В Новосибирской области построят третий по величине в России завод снековой продукции. По словам губернатора Андрея Травникова, соглашение о возведении нового предприятия – это один из главных итогов работы на Российском инвестиционном форуме. В рамках подписанного с интернациональной корпорацией соглашения завод появится на территории промышленно-логистического парка. Это даст около 1000 новых рабочих мест и принесет миллионные налоговые отчисления. Будет открыта новая ниша потребления для нашего агропромышленного комплекса, потому что исходное сырье, в первую очередь картофель, но также и некоторые злаковые, компания предполагает закупать в радиусе 300 километров от этого завода, то есть фактически на территории нашего региона, что даст в том числе и толчок для развития нашего сельского хозяйства.